Правоохранители совместно с коллегами из ФСБ задержали двоих 31-летних приезжих из Томской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра транспортного средства силовики обнаружили наркотические средства различного происхождения. Также установлено, что в съемной квартире мужчины организовали работу нарколаборатории, где изготавливали запрещенные вещества с целью дальнейших реализации на территории города-курорта. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые взяты под стражу. Ведется следствие. В ходе обыска в помещении правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, а проведенные исследования подтвердили, что изъятыми веществами оказались соль, мефедром и гашиш общей массой свыше килограмма.